Каждый год я прошу Господа дать мне слово на этот год для меня, для семьи, служения, друзей, партнеров. И вот что Святой Дух проговорил мне. Надвигается шторм. Задраить люки. Наступает период интенсивных сражений на разных фронтах, в экономической, политической и духовной сферах. Но Господь — могучий воитель. Он точно знает, какую выбрать стратегию, чтобы отразить любые нападки врага на его народ и его истину. Во время шторма морякам следует задраивать люки, а Божьему народу необходимо морально и духовно подготовиться к предстоящему периоду штормов. С Божьей благостью, с Божьей благодатью, с силой Святого Духа, обетованиями Божьего Слова, духовным оружием, которое Он нам дал, мы сможем продвигаться шаг за шагом под стратегическим руководством Святого Духа и увидим, как Бог победоносно ведет свой народ вперед и осуществляет свои замыслы в эти последние времена. Сейчас не время жаловаться и сетовать. Настало время радоваться, потому что Бог будет действовать согласно своей стратегии и не всегда очевидным образом. Может даже казаться, что врагу удалось чего-то добиться. Но помните, что живущий на небесах посмеется над вражеским планами и в конце концов обратит их в прах. Господь — муж брани, и в итоге его замыслы восторжествуют.